Итак, настраиваем связку 42 Turksat, 46 Azerspace и Yamal 55 градус на телевизоре Samsung. Настраиваем бесплатные каналы. Заходим в главное меню, нажимаем на кнопке «Домик». Заходим в раздел «Настройки». Трансляция у нас здесь не активна. Хорошо. Если у вас трансляция не активна, меняем источник на ТВ. Нажимаем «Сканирование каналов», «Пуск». В строчке «Антенна» выбираем «Спутниковая антенна». И после этого нажимаем «Сканирование». И сразу же нажимаем «Стоп». Выходим отсюда. После этого заходим в раздел «Изменить настройки». Так, «Выбор спутника». Заходим в раздел «Выбор спутника». Убираем галочку с «Астры». Ставим галочку напротив. Спутник, ставим галочку напротив спутника Turksat, Azerspace. И ставим галочку напротив Yamal 202. Нажимаем «Сохранить». Далее в разделе спутниковой, в разделе настройки LNB выставляем параметры десетов. Turksat у меня подключен к второму порту коммутатора. Выбираю 2.4. Далее. Azerspace у меня подключен к первому порту коммутатора. Далее. И Yamal 202, точнее там не Yamal 202, там другое название спутника, а вот здесь нужно будет выставить четвертый порт коммутатора. У меня подключен к четвертому порту коммутатора. Закрываем. Заходим в настройки, раздел трансляция, дополнительные настройки, настройка вручную. Так, начинаем со спутника Azerspace. Первая частота у нас будет 11135. Режим сканирования выставляем бесплатные, поиск сети отключить. Поиск. Следующая частота 11175, 27500, ее в списке нет, создаем частоту. Чтобы вызвать режим цифр, нажимаем кнопочку 123 на пульте дистанционного управления. Нажимаем «Готово», скорость передачи 27500. Сохраняем. Сигнал появился. Поиск. Окей. Следующая частота – это каналы группы ARB 11024. Ну, тут 11025 пойдет. 13700. Поиск. Окей. Следующая частота 11095, горизонталь 30000. Поиск. Окей. Следующая частота 11015, горизонталь 13000.
готово. Сохраняем. Поиск. Окей. Следующая частота 11.103 вертикаль. 13 тысяч. Ее тоже в списке нет, она появилась недавно. Добавляем. Поляризация вертикальная. Сохраняем. Сигнал есть. Нажимаем поиск. Каналы нашел. Теперь приступаем к спутнику Турксат. Для этого заходим в спутник Турксат. Находим частоту 11977. Горизонталь 27500. Дальше режим сканирования бесплатный, а вот поиск сети включить. И нажимаем поиск. За что я люблю спутник Турксат? За то, что можно включить сетевой поиск на одной частоте и полностью найти весь спутник. Хоть это мероприятие и затянется надолго, но зато вы найдете все турецкие каналы, которые идут в открытую. Сетевой поиск затянул полчаса. Остался спутник Ямал-402, который у нас в списке идет как Ямал-202. Заходим на спутник. Итак, в списке здесь все частоты недействительные. Нажимаем кнопочку «Создать» и вводим первую частоту. Это 11265. Скорость передачи 30 тысяч, поляризация вертикальная. Сохраняем, поиск. Следующая частота 11345, символьная скорость 30 тысяч, поляризация вертикальная, сохраняем, поиск, следующая частота 12522. Следующая частота 12522. Создаем. Скорость передачи 27500. Поляризация вертикальная. Сохраняем. Поиск. После того, как выделили каналы, которые нужно удалить, нажимаем вправо, подсвечиваем, встаем на кнопку «Удалить» и нажимаем «Ок». Выбираем «Удалить», «Ок». И все, в списке только те каналы, которые будут вам нужны. В принципе. На этом все. Если видео для вас было полезным, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!